В Лондонской школе экономики и политических наук казахстанские студенты британских вузов и дипломаты, журналисты и эксперты-экономисты говорили о перспективах развития страны и общества, которые открываются в ближайшее время. Тема дебатов – послание президента народу Казахстана. Подробности из Лондона в материале Беллы Кудайбергеновой. Неформальная и доверительная обстановка. Темы обсуждения понятны и близки каждому в этом зале. Государственное управление, образование, здравоохранение, индустриальное инновационное развитие Казахстана, таможенный союз. Политические дебаты стали своего рода презентацией общественного движения «Балашак» в Великобритании. Хотела особо отметить оживленное, очень активное участие стипендиатов программы «Балашак», которые обучаются здесь по квоте государственных служащих. Их было видно, что их очень волнует вопрос улучшения системы государственного управления, в частности, улучшение системы мотивации госслужащих, усиление системы контроля, персональной ответственности. Итог дискуссии – конкретные предложения и рекомендации, которые решено передать членам казахстанского Кабмина. Айнур Карбозова говорит, что главная цель студенческой ассоциации – консолидировать молодежь для эффективного решения государственных задач. Азамат Абдыкаримов уверен, что рекомендации помогут правительству в реализации цели, которые поставил в своем послании народу страны президент Назарбаев. Дебаты прошли очень активно, радуясь, что ребята даже вдали от дома продолжают интересоваться тем, что происходит в Казахстане. И что особенно важно, они намерены активно отстаивать свои позиции на самом высоком уровне. В настоящее время в Великобритании учатся более 4000 казахстанских студентов. Почти треть получает образование по президентской программе «Булашак». Белла Кудайбергенова, Нурлан Киясов, агентство «Хабар», Лондон, Великобритания.